Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. И есть вариант, куда сделать пас. Удар по воротам. Отличный момент. Как здорово здесь он сыграл. Это легкий мяч. Других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Туре. Навес напрашивается. Футбол — быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. От души по мячу он приложился. Хорошо мяч перехватили в атаке. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Мяч потерян. И через край пошла атака.